Это моя поддержка удмуртскому народу, таким образом. Если я буду изучать удмуртский язык, значит, одним человеком, который знает удмуртский, будет больше. Да, чтобы вот именно мы работали над произношением этих букв. Давайте я вам сейчас раздам вот такие вот волшебные интересные слова. Я общаюсь с удмуртами, у меня ощущение такое, что у них даже порой что-то там вперед пошло в плане развития современной культуры. Они как-то вот, как-то очень грамотно ее так показывают, да? Хотя, казалось бы, их еще меньше, чем нас. Вот, и мне хотелось бы этот секрет как-то постичь. Вот, и поэтому я здесь. Я бы хотел, ну, помимо того, что я говорю, умой, привет, тау, спасибо, немножко получше изучить, возможно, написать кое-какие статьи попробовать в удмуртской Википедии. Я благодарна тому, сколько есть. Потому что ведь на самом деле, когда слишком много, это тоже нехорошо, может быть, даже. Вот. И я не скажу, что их мало. Но пусть эти люди придут, они будут учиться. Потому что мы же так стоим, говорим, вот татарский так легко выучить, что же там возьмитесь, да, типа там все же вокруг куча носителей. Ну вот, пожалуйста, типа, тоже куча носителей вот, удмуртского языка. И почему бы нам с вами не показать вот эту возможность? Можно сделать вместо умы. Как? Вот расскажу анекдот из своей жизни, который случился. Баразур совещание. Минут мурти дан меня срыла. Вы где здесь будете ночевать? Ну, так я говорю. Нам татан туган юсит рос. Я так говорю, у меня здесь родственников много. Мне ответ такой, говорит, ну, наверное, то у молодой-то девушки много туган юсиста. А в удмурте это туган, это значит молодой человек. Наши народы, они веками жили здесь вместе, и мы должны держаться вместе. А чтобы держаться вместе, чтобы дружить, мы должны знать друг друга. Thank you.